Чемпионат России по брейн-рингу продолжается. Существует один безусловный лидер. У них две победы в этом чемпионате. Сумеет ли команда из Сыктывкара сохранить звание фаворита турнира? Либо три очка, либо дисквалификация. Мы бы хотели воспользоваться правом оставить одного игрока. Только один вопрос сейчас решит судьбу этой встречи. Брейн-ринг в пятницу в 23:15 на НТВ.